Здравствуйте, дорогие друзья! Снимаю для вас елочку The Blues, купленную в магазине Аптхоз на штамбе. Штамб у нее 40-60 сантиметров. Я не помню, какой здесь точно. Может, сантиметров 50. Вот посмотрите, какие у нее. Какая прививочка. Какие у нее веточки. Если мы с вами посчитаем, то это трехлетняя елочка к нам пришла. Куплена она была в C5 контейнере. И стоила она в магазине Аптхост с учетом моей 5% скидки на тот момент 5844 рубля. Вот такие вот у нее почки. Сразу она была посажена по осени. Еще в ноябре я ее посадила. В начале ноября я ее посадила. У нас юг Ростовской области. Поэтому мы сажаем. Пока копается земля, пока плюсы, можно все посадить. Вот так вот она выглядит. Дорогие друзья, что интересно, я хотела елочку The Blues без штамба. Но когда я делала заказ, я не увидела, ну как точнее увидела, но не поняла, что обозначают обозначение PA. PA 40-60. Я думала, это просто, ну, может быть, как высота саженца. Но это, оказывается, PA означает штамп. Поэтому, если вы не очень сильны во всех этих обозначениях, то имейте в виду этот момент, что если вы заказываете саженец и перед названием контейнера, допустим, C5, да, стоит вот это PA и цифры, то есть вот эти буквы цифры означают длину вашего штампа, на которой у вас будет уже сверху этого будет уже саженец, а не просто высота саженца всего. Ну, в общем, вот такая вот трехлетняя елочка к нам пришла. Корневая система у нее была хорошая. Посадили сразу. Так вот она выглядит сейчас. Посмотрите. Так вот сейчас покажу. Выглядит как одна веточка. Ну, на самом деле это уже трехлетнее деревце. Дорогие друзья, все. На сегодня все. Всем спасибо. Пока.